Силой работаем мы вообще довольно давно вместе, уже, наверное, года полтора как. И год, там, даже чуть больше из этого всего периода мы, собственно говоря, были просто коллегами. Потом в один прекрасный момент все как-то случайно случилось. Поэтому для меня она очень дорогой человек. И я даже не думаю о том, чтобы какие-то там банальные вещи ей дарить. И какими-то банальными вещами ее поздравлять с днем рождения. Фильм — это самое маленькое, наверное, что я могу в этом случае сделать. О, а вот и Стас! Привет! Присоединяйся! Запрыгивай! Давай! Я только приехал в Москву, и она позвала меня кататься на лыжах с ней. Вот, ну а я ж не знаю, холодно, не холодно, вроде одел штаны теплые, куртку. Приехал, один раз спустился с склона и понимаю, ну что, очень холодно, ветер дует. А она что, у нас опытный уже человек, она взяла с собой много вещей, подштанников там разных, теплых штанов зимних. И вот я говорю: Юль, ну выручай. И она мне дала свои подштанники розовые. Я в них оделся, переоделся, но она сказала, что она в них очень давно ходила и стирала. Ну, в общем, я никому эту историю не рассказывал. В общем, она меня спасла тогда от замерзания, от холодной смерти, но почему-то не хочет обратно забирать свои подштанники. Познакомились все в институте, 1 сентября пришли. Юля была с кучеряшками, белые волосы, ну такие светлые. Вот. Ее эта коронная походка, медленная, с перекрестом, как на подиуме. Все подумали, что Юля стерва и что-то. Но это душевный человек. И человек вот с большой буквы «Ч». Вот таких сейчас очень мало людей, которые готовы откликнуться и действительно попытаться понять тебя, понять твою ситуацию и вот помочь. День X, то есть сегодня, мне пришлось обмануть Юлю, сказать ей, что я уехал в Икею с мамой по ее просьбе, потому что мы сейчас с Юлей проводим 100% времени вместе, и как бы, ну, разлучиться у нас получается не всегда, а тут еще и на целый день. Юля, она кучерявая, большая грудь, загорелая. Зато мы не лжем, как другие. Она сейчас находится в Москве, далеко от своих друзей, от большинства своих друзей, далеко от тех людей, с которыми она проводила свою, так скажем, сознательную жизнь. И наша задача была собрать какие-то кусочки той жизни, которая была там, и напомнить ей об этих кусочках ярких и веселых, чтобы она улыбалась и радовалась им. Мы желаем, она всегда стремилась к успехам и жизненным и, так скажем так, научным успехом. И пусть она остается таким же, такое же у нее остается стремление, и она никогда не останавливается. А я ей желаю найти себе самую лучшую половинку, здоровья и всего самого-самого лучшего, самого доброго и самого милого. Вы вообще очень нестандартный человек. И когда мы просто рассказали про эту вечеринку, мальчик в девочке, она у нас называлась, вот, что надо будет переодеться в мужиков. Вот. Ну, как бы у девочек лучше получилось переодеться мужиком, нежели у мальчиков, девушек. Ну, а вот, поддерживай меня. Вот. И, в общем, мы переоделись, она мне разукрасила бороду и себе так бороду, что потом, когда мы поехали в кафе, ну, как кафе, там, пол, вот, в общем, на нас... как бы пало мужских взглядов даже больше, чем когда мы были девушек одеты. Вот, и поэтому нашей нестандартности не было предела. С тех пор мы не берем гулять, потому что они отбивают всех девочек у нас. Научиться у нее этой особенности спать стоя. В каждый момент мы потеряли Юлю. В прямом смысле потеряли ее, никто не мог найти. Она действительно потерялась. И в общем на следующий день в чужих тапочках мальчик, который пришел к нам в гости, не мог уйти от нас, потому что у него не было обуви, в которой уйти. Юля одела его обувь и вышла.
И в общем, на следующий день оказалось, что Юля уснула в туалете стоя. Мне показалось, что это диван. Так проспала там 4 часа. Да, просто ты можешь спросить, как можно спать стоя, а не как, она убилась на одну стенку, и ноги у нее начали отъезжать, и в голове в другую стенку. И все, на этом процесс 4-часового сна пошел. Это был ее лучший сон в жизни. Моя любимая пальма. Однажды, когда я уезжала, оставила ее одну, за ней ухаживала Юля. Она каждый день приходила в офис, надеюсь, как и я, опрыскивала его из брызгалки. Может быть, даже брала эту баночку и выливала немножко воды в корни, чтобы пальме было что попить в течение дня. Спасибо, Юля. С днем рождения, успехов, радости, везения, любви, желаний, исполнения. И миллион ночей дней. Из того, что я знаю о Юле, похоже, да, что она любит устраивать свою личную жизнь на работе. Никаких оценок. Ну, наверное, нет. Ну, во-первых, это удобно. То есть можно как бы вместе. Можно любить друг друга и вместе любить работу. Потом снова любить друг друга, а потом снова идти вместе на работу и любить работу. То есть получается, что всегда вокруг много любви. Вот кабинет, в котором сидит и работает Юля, проводит здесь большую часть своего рабочего дня. Тут сегодня почему-то осталось очень много ее вещей. Видимо, она как-то хаотично отсюда уходила в последний раз, ничего не взяв. Здесь ее ноутбук, сумка, непомытая кружка. Абсолютный тотальный беспорядок. Клавиатура. Зачем ей эта клавиатура? Наверное, прижимает лист, чтобы не падал. Крюшка абсолютно грязная. Когда ее последний раз мыли? Юля, стыдно. Ну, про кофе я уже говорил. Не допито. Этому место в мусоре. Ладно, сама разберешься. Нам повезло, что Юля с нами. Мы не очень надеемся. Юля очень переживает за то, что она делает. В хорошем смысле слова, за все это болеет, как за своего ребенка, вот, за всем этим ухаживает. И, в общем, на глазах растет. Это доска, где Юля отслеживает все свои задачи. Собственно, даже глядя на, возвращаясь к теме про трудоголизм, глядя на эту доску, можно посмотреть, что больше всего списков дел у Юли и у еще одного товарища, Кирилла Мороза. Ну, Кирилл вообще адский трудоголик, но день рождения не у него, поэтому пусть трудится в безвестности. Когда человек молодой, красивый, веселый, обаятельный, в общем, желать можно всего. Всего, что можно пожелать, всего можно желать, и оно все будет. Юля, с днем рождения. Остаток лимона с пятницы. Это, скорее всего, принесла Юля. Юля обожает лимоны. Юля все время точит лимоны. Она приносит большой желтый лимон, режет его на дольки и уносит и точит. Из-за этого у нас в офисе всегда есть лимоны. И это очень радует. Спасибо, Юля. Был у нас один такой тип, который, понимаете ли, сломал дизайн. А тут пришла Юля. Повесили сборку в App Store, повесили, и уже мы практически были в шаге от того, как куча людей скажут нам примерно то же: «Слющий, как так вышло?» Но нет, она прискакала на белом коне, понимаете ли, добазарилась с крутыми ребятами и все спасла. Мы бы давно бы уже утонули в море ненависти, захлебнулись бы в море злобы, гнева, неудач, несданных работ. А тут, понимаешь, посмотрел на Юлю, и вроде жизнь налаживается. Ну вот и все, понимаешь? Как, конечно, повезло. Коллектив, в котором нет Юли, уже не конкурентоспособен, в принципе, по сравнению с нами.
Юля, не смотри на то, что вокруг меня, а смотри на меня. Я тебе желаю счастья, я желаю тебе, чтобы все твои начинания, все, что ты придумаешь, оно исполнялось именно так, как ты хочешь. Может быть, не сразу, но в очень быстрой, близкой перспективе. Поздравляю. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Офис, дружный коллектив, пришел и прочь весь негатив. Это компания моя, Юля, любим мы тебя. Шумел камыш, деревья гнулись, и с днем рождения тебя. Давай пожмем друг другу руки, и что-то там не помню дальше я. Мы едем сейчас на конечную маршрутку 154, на которой Юля часто очень передвигается от дома до работы. Здравствуй, девушка моя с вами передвигается на маршрутке каждое утро. Вот она, узнаете ее? У нее сегодня день рождения, могли бы вы ее поздравить с днем рождения? Ей 25 лет исполняется. Передвигается. Ну, что я могу сказать? С днем рождения, здоровья, счастья, успехов. Юля зовут. Юлечки. Всех благ и всего самого наилучшего. С днем рождения тебя, родная. Спасибо. И чаще езди с нами. Спасибо большое. Всего спасибо. Доброго. А сейчас мы поедем к консьержке и в доме, в котором живет Юля. И попросим ее поздравить, ее с днем рождения тоже. Ее зовут Юля, ей 25 лет исполняется. Да скажи, еще мне такую покажете. С днем рождения! Всего желаю, всего самого хорошего и всего, что сама себе желаешь. Спасибо большое. С уважением к вам. Спасибо, Юля. Спасибо большое. Алло, Алиса, привет. Да. Слушай, ну мы тут освободились и можем приехать к тебе в Европейский. Ты сможешь выйти на улицу? Нет. Привет, моя довольная девочка. Что довольная? Ну я просто по твоему лицу посмотрел. Привет, знакомься, это камера. Камера. Привет, камера. Это Алиса. Привет, Юля. Юлечка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, любви, много-много всего самого позитивного, самого лучшего. Оставайся такой же прекрасной девушкой, которой я тебя знаю. Можешь стать еще лучше. Куда лучше, я не знаю, правда, но предела нет совершенства. Будь любимой, счастливой. С днем рождения тебя. Я готова здесь, в центре Москвы, станцевать для тебя танец. И это будет очень эксклюзивно, поэтому наслаждайся, я танцую для тебя. Юля, больше мы на такое не пойдем. Тетя Юля, счастья тебе, здоровья, удачи, хороших друзей, не забывай подруг, не забывай Таганрог. Мы тебя все любим, с днем рождения, поздравляем, ура, с любовью, Новак. С днем рождения! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Юля. Почему она у меня Юлия Гришко написана? Надо же ее переименовать соответствующим образом. Написать все как надо. Любимая. Вот, теперь это больше похоже на правду. Алло, Рысь. Алло, киса. Я чуть-чуть был занят, вот уже освобождаюсь, кисуль. Чуть-чуть осталось, буквально вот чуть-чуть совсем. А что ты делал? Я ехал с Икеей, разгружался, ну и так далее. Ну, ладно. Кисуль.
Люблю тебя. Давай, ну не грусти, давай, не обижайся на меня. Хорошо, ладно, давай. Люблю тебя. Давай, целую. Пока. Долго буду извиняться. Ну а что делать? Зато потом будет приятно. Я не буду бухать без тебя. Я не буду курить без тебя. Я не буду торчать без тебя, потому что я тоже люблю. Я не буду курить без тебя. Я не буду бухать без тебя. Я не буду торчать без тебя, потому что я тоже люблю. Без тебя. Я не буду сосать без тебя.